Родниковая вода, которая у нас была до аварии. Абсолютно чистая, прозрачная, хрустальная вода. И зимой, и летом брали, круглогодично брали. Родник живой воды был. Это еще года два, так точно, наверное. Вчера здесь много кого было, местная администрация была. Единственное, что я попросила, я говорю, вы воды привезите старикам, потому что деревня осталась без воды. Это единственный источник был, вот, родник. Так вот, по 2 5-литровые банки привезли воды. Вот у нас вчера и экологи все были, но толку вот пока никакого.